Поводом для проверки стало обращение жителей села Бурукутан Ботлехского района. Они больше 2 лет не могут добиться ввода в эксплуатацию новых современных школ, построенных по линии Минсельхоза еще в 2018 году. Мы хотим учиться и работать в новой школе, и никак нам не открывают нашу школу. Посмотрите, какая красивая школа, какие удобства. С каким настроением учащиеся работали, учились в этой школе? Объект был возведен в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Школа рассчитана на 100 мест. В ней есть спортивный зал, компьютерный класс, столовая и даже оборудован суперсовременный кабинет в рамках федерального проекта «Точка роста». У нас очень большая проблема. У нас крик души, можно сказать, ор. Почему? Потому что вот у нас вот такая красивая школа. В прошлом году было объявлено официальное открытие, но это открытие не состоялось, к сожалению. По словам учителей, ситуация возникла из-за того, что школы были построены на землях отгонного животноводства и не имели соответствующих документов по отводу территорий. Мы уже 100% уверены были, что запустят. Но оказалось, что так легко все. Когда я разговаривал с компетентными людьми, хорошо говорю, если зеленку нельзя давать, я говорю, согласен, на частный дом не давайте. Но социальные значимые объекты, такие как школа, садики, значит, спортивные сооружения, вот на эти социально значимые объекты дайте зеленку. В ходе проверки активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что всего на территории Бабаюртовского района были построены 4 школы, но у всех одинаковая история. Власти не могут ввести объекты в эксплуатацию, поэтому дети вынуждены учиться в расположенном неподалеку ветхом здании старой школы, где классы практически не отапливаются, а причина тому – неимение зеленки. Здесь учиться, говорят, нельзя. Школа построена на землях отгонного животного. Без соответствующих документов и без зеленки. Эту проблему надо решать. Как же тогда федеральная программа, которая была принята, значит, по майским указам главы государства, и в соответствии с именно майским указом были построены эти школы? Мы хотим новую школу! Алина Багилова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Бабаюртовский район.